Доброго дня! В ефірі «Дебати Запоріжжя» на Суспільному. Щовівторка ми обговорюємо ключові проблеми регіону і намагаємося знайти можливі шляхи їх вирішення чи доступний компроміс. Сьогодні говоримо про малі архітектурні форми, більше відомі як МАФи і ще більше відомі як кіоски. Вони різного розміру, кольору, проекту. Для когось – порятунок, для когось – привід для турботи. Отже, сьогоднішня тема – кіоски посеред міста – розвиток малого бізнесу і сервісу чи знищення обличчя міста? В Запоріжжі нараховується близько 2500 кіосків. Для визначення їхньої кількості місцевій владі у 2017 році довелось провести інвентаризацію, оскільки за рішенням виконавчого комітету мало бути лише 1900 МАФів. Під час обговорення у мерії посадовці зазначили, метою інвентаризації МАФів було впорядкування цього ринку. Отримана інформація дозволила б знести незаконно встановлені споруди і привести зовнішній вигляд легальних до певних стандартів. Тож, окрім інвентаризації, міська влада Запоріжжя затвердила у 2017 році типовий зовнішній вигляд малих архітектурних форм. Відтак, розроблено 6 типів в залежності від функціонального призначення чи розміщення. Докладніше можете побачити на сайті Запорізької мерії. Однак, останні півтора року чиновники майже не згадують про кіоскову реформу. Водночас МАФи стають все помітнішими і час від часу у різних місцях Запоріжжя з'являються нові кіоски. Разом із ними поодинокі Фейсбук виступи про те, що МАФи псують загальну архітектурну картину міста. Отже, чого більше? Шкоди чи користі від малих архітектурних форм? Де можна купити продукти, побутові дрібнички, випити кави чи швидко перекусити? Спробуємо з'ясувати. У дебатах сьогодні братимуть участь Ірина Лех, співзасновниця громадської організації «Бізнес-Союз Порада», вважає, що законно встановлені малі архітектурні форми наразі є єдиним джерелом доходу для багатьох сімей і допомагають розвивати малий бізнес. Дмитро Данченко, урбаніст, вважає, що кіоски не тільки псують архітектуру міста, але й займають суспільний простір, який належить всім містянам. Вітаю спікерів студії і нагадаю правила. Наша програма складається з трьох блоків. Під час першого блоку ви представляєте свої позиції. Під час другого блоку ви маєте змогу задати своєму опоненту питання, по два питання. І під час третього блоку вам задаю питання я від імені редакторської групи. Ну і зрештою, четвертий блок, підбиваємо підсумки. Отже, пані Ірино, розпочинаємо з вас. Маєте 2 хвилини, як кіоски допомагають в соціальному чи економічному розвитку міста. Будь ласка. Добрий день, спасибо. Постараюсь коротко, тому що тема непростая. Первое. Для меня МАФы, или правильнее сказать, временные сооружения, это возможность легко, относительно легко начать свой бизнес. Никто не будет спорить с тем, что если ты хочешь стать самостоятельным, или у тебя есть такое желание, либо нет возможности работать фулл-тайм на предприятии, то это, пожалуй, тот вид бизнеса, который начать относительно просто. Я сама приехала 20 лет назад в Украину, и первое, с чего я начала, это был киоск. Поэтому очень хорошо все это знаю, понимаю, и хочу, чтобы у людей была такая возможность. Второе. Для меня МАФы – это на сегодняшний день экономическая самостоятельность и даже определенная гражданская независимость. С другой стороны, это альтернатива заводам, на которых работают люди, работают на тех условиях, которые им говорят собственники, и больше им пойти особо некуда, если они хотят уйти в самостоятельность, то любой другой бизнес начинать достаточно сложно. Думаю, что чем больше будет людей независимых, способных высказать свою точку зрения гражданскую, тем будет лучше для общества, а не так, как сегодня один из заводов руководит городом и определяет нашу политику, а люди, которые относятся к другим секторам экономики, на нее не влияют. И третье. Я считаю, что условием для нахождения киосков в нашем городе должна быть обязательно их законность, их эстетичность, и важно, чтобы они не мешали ни людям, ни архитектурному облику города. Да, маю
уточнення. Скільки зараз займає часу, ну, приблизно відкрити кіоск? Від прийшли перший раз у міську раду і... Сейчас это невозможно, потому что прозрачная, в кавычках, политика городской власти не дает возможности прийти и открыть кіоск тому, кто хочет. Тем, кому они считают нужным, это возможно. Но просто обычному бизнесу это невозможно. Это тоже одна из причин, по которой я считаю, что политика установления в кіоска в городе, она непрозрачна, непонятна, бесперспективна и так далее. А ви підтримуєте зміни, які затвердила міська влада стосовно зовнішнього вигляду кіосків, що вони мають бути певного стандарту чи ні? Безусловно, но только мне не совсем нравятся эти архетипы, и не только мне, и бизнесу тоже. И считаю, что свобода и креатива должно быть намного больше, чем три утвержденных архетипа архитектуры города. Хотела привести примеры, если есть минутка, я бы показала. Если нет, позже покажу. Да, я думаю, режиссер может зараз показать, что имел на увазі. Я бы хотела показать, я недавно была в Лондоне, и вот говорят, что в развитых странах этого нет. Посмотрите, какие симпатичные малые архитектурные формы. Это вот уличная еда, которая на набережной, просто ее огромное количество. Вот обычный киоск, но он в 11 часов закрывается. Точно так же, как и убираются и закрываются киоски в других местах. А вот наш киоск возле детской площадки, который торгует алкоголем, которого, естественно, не указано в перечне, утвержденном в горсовете, вот вам и результат. И крышует это все дело у нас, к сожалению, правоохранительные органы, и порядка в этом как не было, так и нет. А міська влада з вами не погоджувала, ну, з бізнес-союзом порада затверджену схему? Ні з ким не погоджувала. Взагалі ні з ким. Інших бізнес-союзів, підприємців, окремих? Ні з ким не погоджувала. І взагалі немає такої практики у городського совету щось согласовувати або спрашувати мнення бізнесу, навіть по тим питанням, які бізнесу непосередньо касаються. Окей, і в мене третє маленьке зауваження стосовно вашої заяви, що гарна нагода розпочати власний малий бізнес. Як ви це співвідносите з засиллям, ну, відверто, певних торгових мереж в місто, з продажу ковбасних виробів, м'ясних, кави і тому подібне? Чому так робить тоді бізнес на акцентні кіоски? Запретити це точно не можуть. Раз розрішені МАФи, значить, вони можуть бути різними. Нам это не очень нравится, потому что если колбасный киоск стоит, например, перед гастрономом, в котором продается колбаса, и его расходы на коммунальные услуги и прочее гораздо меньше, чем в магазине, например, а особенно ужасно, если стоит какая-то раскладушка, и на ней просто лежат колбасы, это еще и опасно, антисанитария и прочее. Но если это красиво, эстетично и законно, то ми вважаємо, що це конкуренція, виживе сильніший. Зрозуміло, дякую. Пане Дмитре, можливо, у вас є певна реакція на вислови пані Ірини? Так, да, спасибо большое, що пригласили в студію. Да. В принципі, я думаю, що половина з того, що сказала Ірина, скоріше підтримує мою позицію в плані того, що наскільки тяжело вести бізнес з кіосками, розумієте, в плані непрозрачності предоставлення разрешения на торговлю, в плане недобросовестной конкуренции. Поэтому это в данном случае скорее даже аргументы в пользу того, насколько сложно и нужно ли вообще все-таки продолжать вести эту деятельность, по крайней мере, в центре. В центре города. Зрозуміло. Отже, тепер ваші дві хвилини. Чому кіоски, мафи поплюжать зовнішній вигляд міста? Будь ласка, дві хвилини. Добрый день еще раз, спасибо, что пригласили. Собственно говоря, о малых архитектурных формах, мы раздаем очень завышенный аванс этим формам, по той причине, что формы там есть, а вот архитектуры и архитектурные ценности, к сожалению, в них нету. С другой стороны, происходит абсолютно противоположное. То есть из-за этих малых архитектурных форм мы не в состоянии увидеть город. И я думаю, что все сейчас могут вспомнить, я приведу пример, вот эту известную 100-метровку на Столяров, когда Столяров ты идешь вверх, к рынку, и тоже, когда стояли там киоски, да, многие говорили, что это столько рабочих мест, и когда в конечном итоге все-таки их убрали, там были и обменники, было настолько все много, вот когда их убрали, оказалось, что там за ним прячется замечательный, красивый город, вот наш классический вот ампир, будем говорить, да, сталинский, как он называется, будем говорить, в народе, оказалось, у нас красивый город, который эти киоски закрывают. Вот, это один из главных аргументов. Второе, что я однозначно вижу неправильно в этом, что все это пространство, которое эти киоски занимают, оно принадлежит всем горожанам, а в результате оно используется отдельными предпринимателями или
какой-то горсткой, совсем небольшим количеством предпринимателей для получения прибыли. То есть я вижу в этом огромный конфликт, что в принципе все имеют право на это пространство, в конечном итоге оно принадлежит только определенным предпринимателям для получения прибыли. Я считаю, что это некорректно. Я считаю, что МАФы имеют право остаться только в каких-то удаленных районах, где нецелесообразно строить большие торговые точки, где нет магазинов, где, возможно, это частный сектор, который в таких городах, как Запорожье, очень много. Возможно, это какие-то окраины, микрорайоны, где действительно нет по каким-то причинам крупных магазинов, где проживают, например, пенсионеры, для которых действительно это челлендж, это им сложно пойти и добраться что-то купить. Вот только в таких случаях я считаю, что целесообразно их оставлять. Дякую. А ви проживаєте в Іспанії? В Барселоні. Да, в Іспанії. Який там досвід? От пані Ірина згадала про Лондон. Отже, яка ситуація з кіосками в Іспанії, Барселоні? Віддають перевагу кіоскам чи якісь інші альтернативи? Чи взагалі не розглядають такий варіант? А що стосується іменно Барселони, кіоска там немає практично взагалі. Там настолько, вот именно как раз то, что я сказал, возможно, я уже на себя перебираю немножко все-таки тот менталитет и тот порядок, который там существует. Я уже к нему привык, так как проживаю там. Так вот, чтобы вы понимали, как происходит там, там даже в кафе, в террасе наружной, которая находится на улице, бешеные штрафы, если ты поставишь дополнительный стул. То есть стул, я уже не говорю про стол, понимаете? Вот насколько там бдят, будем говорить, интересы горожан, чтобы предприниматели не злоупотребляли своим правом использовать общественное пространство в своих личных нуждах. Это раз. Безусловно, такие киоски, как пани Ирина привела, они были бы интересны, но, к сожалению, та действительно, что мы видим в Запорожье, вообще в Украине она совсем не такая яркая и красивая, как вот эти киоски в Лондоне, которые вы показали. Вот в данном случае, возможно, в Лондоне это есть, да, но вот в Испании не выдается разрешение даже на пересувные, на передвижные кофемашины. К сожалению, там, судя по всему, или к радости, более строгое законодательство в этом тереме. Безусловно, город на самом деле совсем недавно переосмыслил свое отношение, будем говорить, в конце 90-х, к своему архитектурному наследию. И я думаю, что назад все-таки дороги уже не будет. Люди поняли, насколько красивый город прятался за всем визуальным мусором, которого было очень-очень много. Вы спочатку все ж таки сказали, к сожалению, не выдают дозволы на размещение таких пересувних, да, кіосків для тої же кави. Ну, як ви гадаєте, це насправді для вас шкода дійсно, що не варто було б бути настільки Я совсем не категоричный, отлично понимаю украинские реалии, и я тоже был предпринимателем, и я отлично понимаю позицию пани Ирины, что вот прежде всего, конечно, с точки зрения людей, возможности заработка, я понимаю, в какой ситуации сейчас находится экономика Украины, вот, собственно говоря, именно по этой теме я сказал, к сожалению. Вот. Тобто не бути настільки категоричним. Я не настільки категоричний, по той причині, що, конечно, прежде всего, город – это люди. Мне хотелось бы, чтобы люди, конечно, могли найти себя не только в примитивном бизнесе, как розничная торговля, но и генерировали больше продуктов, услуг с большей интеллектуальной составляющей. Конечно, я за это. Добре. А кіоски можуть колись, навіть в Запоріжжі, стати доповненням архітектури міста? І за яких умов ви таке бачите, якщо бачите? Если честно, я сейчас не вижу вообще вот возможности сделать киоск, который бы гармонировал. Понимаете, что нужно провести качественный анализ, посмотреть. А вообще вот эти типовые киоски, которые были предложены городской радой, проводилось ли исследование, насколько оно, например, гармонично смотрится по цветовой гамме, по архитектурной форме, насколько оно гармонирует вообще с окружающей средой, или кто-то, может быть, это нарисовал даже не в Запорожье, вот оно, насколько оно имеет реальное соотношение к тому, что нужно в Запорожье, понимаете, потому что города это все разные, и но вот я не заметил, чтобы киоски были выдержаны, например, с элементами архітектури цього міста. Ну, пані Ірина нагадала нам, і точніше заявила, да, що міська влада не обговорювала насправді з бізнесом, які мають бути ці там схеми, там зовнішній вигляд кіосків. Тобто, ну, уточню, вам вони також не подобаються, як урбаністу, ви не бачите, що вони гарно впишуться в зовнішній вигляд міста, архітектуру. Ви знаєте, як урбаніст, як спеціаліст більше по обустройству городської території, сказав би, що, безусловно, мы не можем жертвовать вот тем городом, который уже построен был до нас, который уже представляет архитектурную историческую ценность, понимаете? Вот то, что мы ставим перед ними какие-то объекты временные, зачастую там несуразные,
Таким образом, мы отодвигаем наше культурное наследие, то, чем мы должны дорожить, на задний план. Это раз. Второе, будем говорить о также придомовой территории, о том, насколько гармонично в таком случае должно быть обустроена и территория. Если уже говорить о людях, да, безусловно, я хотел бы, чтобы было как можно больше рабочих мест в Украине, но вот смотря на эти киоски, мне искренне жаль тех людей, которые работают целыми днями. Тут у людей может и клаустрофобия развиться, работать в будке 2x2, многие из них работают с продуктами, а у меня вопрос, а если у них там возможность сходить в туалет, а если у них возможность там помыть качественно руки? Поэтому тут очень сложная тема, если говорить вот именно об архитектуре, я уже сказал свою точку зрения, что должно быть решение комплексной проблемы. Зрозуміло, да. Дякую. Дякую нашим спікерам за їхні позиції, а ми завершуємо цей блок і приступаємо до другого блоку питання учасників один одному. В цьому блоці учасники мають право поставити своїм опонентам по два питання. Отже, пані Ірино, розпочинаємо з вас. Ваше питання, пану Дмитру, будь ласка. Ну, вопрос перший. Представляет ли мой оппонент количество людей, которых коснется тот нормативный акт, который уберет киоски из города? Пане Дмитре, будь ласка, 3 хвилини максимум. Да, что касается непосредственно цифры, безусловно, я не готов ответить по той причине, что я не знаю об этой городской программе, есть ли, вообще идет ли речь полностью о закрытии всех киосков. Так что по конкретной цифре ответить я, безусловно, не могу. Но как я уже коснулся этой темы раньше, безусловно, я за более развитую экономику, за более конкурентоспособную. Вы поймите, что путь развития киосков, торговли и этого бизнеса, ну это уже, я даже скажу, что это прошлый век, это, понимаете, это нет будущего. К сожалению, мы должны как можно больше предоставить рабочих мест, проводить повышение квалификации для людей всех, буквально всех возрастов, у нас абсолютно забыто, в том числе и пожилое население, проводить повышение квалификации, повышать конкурентоспособность общества, в том числе и предпринимателей. Поэтому я, конечно, очень был бы рад, чтобы у нас как можно больше предпринимателей уходили от примитивного хода ведения бизнеса и повышали большую часть интеллектуальной составляющей в своем труде. Вот это, конечно, я надеюсь, что, возможно, я так вижу, мы имеем понимание с паней Ириной, да, что вот над этим нужно, собственно говоря, думать, и в этом должны помогать и городские власти, экономические программы. Собственно говоря, это является одной из моих целей моих данного приезда в Украину в данный момент, инициация аналогичного проекта по повышению конкурентоспособности украинской экономики. Ну вот, я надеюсь, что я так вкратце ответил. Безусловно, что касается числа, к сожалению, я не могу сказать, но я за то, чтобы, безусловно, рабочие места оставались, и чтобы мы все буквально не бросали этих людей на произвол, чтобы мы помогли им найти себя в любом возрасте, при любой возможности. Да. Пані Ірино, а про яку цифру йде мова, якщо ми перебираємо всі кіоски з міста, зносимо їх? Смотрите, коротко, будь ласка, я постараюсь коротко, но это непростой вопрос. Если говорить про инвентаризацию, то согласно инвентаризации у нас 2500 киосков. Но на самом деле у нас где-то 50% еще сверху есть незаконных киосков. Я уточню відразу, провели инвентаризацию, не все киоски знайшли. Да. Тобто їх близько 5000. Да, 4 тысячи примерно, ще, реально. Все равно уточню, це вже додалося з 2017 року, чи від початку їх не всі знайшли? Разные. Есть новые, а есть те, которые были. 5 тысяч зараз, розумію. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле, если примерно посчитать, что в каждом киоске обеспечивается работа для примерно 3-4 человек, потому что это собственник, это может быть кто-то из членов семьи, двое как минимум реализаторов, то есть, ну, вот примерно 3-4 человека, то можете посчитать, что это будет где-то там 10-15 тысяч, и это сопоставимо с количеством людей, работающих на одном из самых больших заводов города. Именно поэтому я задала этот зрозумів. Вопрос. Дякую, да. Да. Теперь, пане Дмитре, ваше питання до пані Ірини, будь ласка. Вот как вы видите, разрешить конфликт, следующая ситуация, что городское пространство, которое принадлежит всем горожанам, фактически используется отдельными единицами для получения прибыли в ущерб интересов остальных горожан.
Хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что я тоже вам его хотела задать. На самом деле городское пространство, занимаемое бизнесом, гораздо больше занимается более крупными объектами, такими как торговые центры, например, которые строятся вместо парков. То есть на территории зеленой зоны в городе Запорожье один из бизнесменов, например, захотел построить торговый центр. И это, на мой взгляд, вызывает гораздо больше опасения, сомнения и использования городского пространства. Киоски ставятся обычно в тех местах, и согласование на них дается разными инстанциями, где они не мешают никому другому. Другое дело, что это не всегда так бывает, но однозначно проблема есть и в крупных бизнесах, и в крупной недвижимости, которая мешает общему пространству. А як стосовно кіосків біля дитячих майданчиків, про які ви самі згадували? Це доречно, недоречно? Якщо чесно, то я вважаю, що подход к даче разрешений комплексной схеме развития киосков, он точно должен был обсуждаться с бизнесом и с людьми, живущими в Запорожье, и со специалистами, архитекторами, урбанистами и так далее. Думаю, это не поздно. И такого рода дебаты должны быть в городском совете, где бизнес четко понимает, в конечном итоге поймет, какова стратегия. Если, допустим, в течение 5 лет киоски будут убраны, значит, уже новые киоски подумают, вкладывать ли немалые, кстати, деньги для того, чтобы, например, построить свой киоск. А может быть, нужно закругляться уже тем, кто имеет эти киоски. Но это должно быть прозрачно, обсуждено, с перспективой и так далее. Да. Пане Дмитре, можливо, ви можете прореагувати, да, тим паче пані Ірина хотіла задати вам питання аналогічне. Стосовно можна другое задать. Добре. Все одно, пан Дмитро має право відреагувати. Да, в качестве прореагировать, конечно, но мы не сравниваем, даются ли на законном основании другим субъектам хозяйственной деятельности. К сожалению, если эти проблемы есть, то было бы замечательно, если бы тут были представители городской власти, чтобы, соответственно, спрашивание меня, живущего в Испании, да, насколько законно выдаются другим эти разрешения. Безусловно, я за стратегическое развитие, за продуманное развитие города, по той причине, что я слышал об этом случае, о котором вы упомянули, это когда вырубался парк, можно было по-разному относиться к этому парку, кому-то он нравился, мог не нравиться, но факт остается фактом, что чтобы вырастить дерево, нужно 20-30 лет, понимаете, вот поэтому вот срубить, вырубить парк, а что взамен, вот поэтому... Зрозуміло. Дякую. Тепер, пане Ірино, ваше друге питання. Хорошо. У нас є такий вид МАФів, як пункти збору вторсирья. И они решают, на мой взгляд, очень важную проблему, социальную проблему, проблему мусора. Потому что примерно 50% состава мусора может меняться и снова возобновляться там, и так далее. То есть они забирают этот мусор, а все остальное, бытовой, там, биологический, он идет в контейнера. Ну, понятно, что это далеко не так сейчас. Сейчас это не 50%, но это выход в какой-то степени, потому что и так переполненные контейнера и прочее. В Лондоне я обратила внимание на огромное количество мусорных пакетов по улицам. Как в Европе и в других городах решаются вопросы с мусором и участвуют ли в них малые архитектурные формы, которые собирают часть этого мусора? Я вам очень благодарен за ваш вопрос. Да, я даже прорекламирую немножко деятельность своей компании по той причине, что так вышло, что я, будучи украинцем, просистематизировал всю работу, которая проделана в Барселоне в области умных городов. Если вдруг кому-то захочется, кто бы ни смотрел, связанный с урбанистикой, с городской властью, как раз на них это ориентирована эта программа. О том, в том числе я рассказываю там, либо мои коллеги, о том, как происходит уборка мусора в Барселоне, например. В данном случае абсолютно, то есть существует, будем говорить, если честно, три параллельных системы. Первая еще, будем говорить, обычные мусорные баки старого образца. Разумеется, однозначно город должен наладить вопрос ресайклинга, экологической сортировки, по той причине, что
Вот сейчас это, вот мы действительно говорю, это еще это 20 век, это уже не 21 век, это прошлый век. Это вопросом не должны заниматься вообще даже мелкий бизнес, не должны близко касаться, это вопросы муниципальные. Вот. Как происходит это в Барселоне? Параллельно с этими баками, будем говорить, старой системы, где сортируется бумага, пластики, все остальное. Есть еще умные контейнеры, на которых стоят датчики, которые определяют степень заполнения контейнера, степень температуры. Возможно, кто-то мог бросить что-то горящее или еще что-то. Даже этот датчик определяет запах, так как страна южная, но я думаю, у нас сейчас то же самое. По 3 месяца у нас стоит жара, по 3 месяца в году. Эти датчики определяют все вот эти параметры, и очень замечательно эти датчики, особенно где они, где эти баки стоят удаленно. Соответственно, если этот бак еще не полный, нет смысла отправлять туда машину, это меньше людей работает, меньше СО2. То есть и сейчас уже больше 25% Барселоны покрыто пневматической системой коллекции сборки мусора. Это выглядит, ну, чтобы было понятно, 3 колонны: органика, пластик и бумага. Колонны высотой 1,20 м с небольшим отверстием, порядка 30 сантиметров. Как только выбросили туда мусор, закрыли люк, мусор падает, он моментально спрессовывается вакуумом, он вытягивается в контейнеры. Большие контейнеры, которые разбросаны систематически между этими колоннами, чтобы крупный транспорт мог подъехать, разумеется, их выгрузить. Вот так, соответственно, один раз, будем говорить, зарыли в инфраструктуру и абсолютно все уже забыли. Нет ни СО2, не нужны люди, которые работают, нужна просто какая-то бригада, которая в случае, если что-то забилось, выезжает на ремонтные работы. Поэтому тут есть еще над чем подумать. Вот, в данном случае, да, вот я услышал пани Ирину, да, что она сказала, что есть социальная проблема, кто-то там может заработать на этом, даже я не знаю, то есть люди действительно занимаются уборкой мусора. Но я, конечно, очень хочу, чтобы все-таки мы не забывали, что сейчас, вот время, в которое мы живем, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Мы отстаем ужасно с точки зрения Украины, с точки зрения всех вопросов, вот выплывает, даже касаясь мусора. Да. Спасибо. Конкретизую, в питанні навіть сортування відходів обійтися без мафів можна, і Європа це робить, правильно? Да, в даному випадку, в тому числі з Іспанією, да. Пані Ірино, можливо, якось відреагуєте? Я очень быстро отреагирую, да. Абсолютно согласна з Дмитрием, і видела подобные контейнера умные в других странах, хотя вот видите, в Лондоні видела совершенно другую картину. Но вы правильно сказали, в сегодняшних условиях, когда у бюджета нет денег даже на необходимые вещи, там на ужасные дороги, которые есть, на их ремонт, на уборку мусора, хотя бы в тех условиях, которые есть сегодня, на машины, которые они не могут обновить там свой парк. То есть коммунальное предприятие явно не справляется, и в этом секторе абсолютно конкурентно работает наш бизнес. Они и убирают мусор, и предлагают помощь в виде вот таких мафов, и как на переходный период, конечно, согласно, в будущем нужно именно так, но сегодня другие обстоятельства. Можно отреагировать? Да, да, естественно. Вы знаете, да, буквально, а задумывался ли кто-нибудь в городе, возможно, этот бизнес можно было отдать хотя бы в какой-то его сектор, например, бумажные отходы или стеклянные отходы, возможно, какую-то частную компанию, и, возможно, бы люди так, были бы заинтересованы. Так и есть. Хорошо. Да. Зрозуміло. Тепер, пане Дмитро, ваше друге питання, і останнє в цьому блоці, пані Ірині, будь ласка. Да, пані Ірина коснулась темы инвестиций, что люди все-таки инвестируют большие деньги в киоски, в разрешительную систему. А вот известно ли, что есть такое понятие, как джентрификация? То есть не лучше ли не инвестировать во временные формы, которые отживут свое очень скоро, поржавеют, состарятся? Не лучше ли инвестировать в свой город? Вот эти же деньги, которые уходят сейчас во временные формы. Есть программы, пусть приглашают, если кому-то интересно. Есть тема, о которой я читал, собственно говоря, недавно лекцию, о джентрификации. Каким образом преображаются неблагополучные районы городов при помощи инвестиций частного бизнеса, при координации с городскими властями. В таком случае это позволяет инвестировать в город, а не во временную конструкцию. Вот, собственно, вопрос с точки зрения инвестиций. Как бы вы ответили, Ирина,
если бы была предложена программа инвестирования в улучшение города, а не в улучшение вот временных форм, вот этих киосков, что бы вы сказали уточню, на это? Я уточню, ви маєте на увазі саме капітальні будівництва, так? Так. Да. Добре. Пані Ірино, будь ласка, 3 хвилини максимум. І, вопрос хороший, правильный и правильная идея инвестировать только не в город, потому что любой бизнес ради прибыли делается. Поэтому инвестировать просто в город – это неинтересно, хотя звучит достаточно патриотично и пафосно. Но точно бизнес должен понимать, что эти деньги вернутся и вернутся с прибыли. К сожалению, на сегодняшний день у бизнеса нет доверия к власти. Потому что если они абсолютно уверены в том, что если они отдадут эти деньги в город, то назад они не получат никакой прибыли. Поэтому в сегодняшней ситуации, той, в которой она есть. Бизнес точно не готов инвестировать в какие-то инициированные властью проекты. Если власть покажет, что она готова с бизнесом разговаривать, и она будет собирать по каждому вопросу там урбанистики или там изменения каких-то условий для бизнеса, бизнес, и покажет, что бизнес для власти наконец-то стал партнером, а не единственный бизнес металлургический является сегодня партнером власти, а вот все бизнесы, и малые, и средние, тогда 100%, конечно же, будет гораздо выгоднее инвестировать в капитальное строение. Пані Ірино, уточню. Ви під час першого блоку нашої програми сказали, що фактично малому бізнесу, там як окремій людині, відкрити кіоск зараз неможливо. Так? Зараз ви сказали, що бізнес не вірить владі, тому не здатен, скажімо так, не згоден інвестувати в капітальне будівництво. Тож, чи виходить так, що той бізнес, який зараз відкриває кіоски по всьому місту, фактично він в певній домовленості з владою лише на такому етапі він відкриває ці малі архітектурні форми. Бо інакше він впевнений в своїх грошах, по-перше. По-друге, він може це зробити. Виходить так? Чи поправте, якщо я не прав? Почти так. На самом деле, согласно рішенню городського совета, прийнятому в позапрошлом году, у нас существует комплексная программа, схема размещения малых архитектурных форм. И согласно этой схеме у нас уже есть исчерпывающий перечень всех малых архитектурных временных сооружений, которые находятся в городе. И попасть в эту схему без нового решения, которое будет утверждено либо исполкомом, либо городским советом, невозможно. Но тем не менее мы видим, что то там возникают новые киоски. И когда мы проводили свое внутреннее расследование по инициативе бизнес-союза, мы начали выяснять, кому же принадлежат эти киоски. Оказалось, вот у меня есть даже запись, я приходила в один из таких киосков, как раз который показывала на фотографии, и мне сказали: вы что, ребенок, что ли? Вы не понимаете, мы под ментами. И поэтому у нас весь город под ментами. Вы что, этого не знаете? Да, вот как бы, вот вам ответ на этот вопрос. Зрозуміло. Дякую. Ми завершуємо другий блок наших дебатів і приступаємо до третього, де учасники отримують відповіді від мене і від редакторської групи. Третій блок. Запитання задаю я від імені редакторської групи. Кожен з вас має 3 хвилини максимально на відповідь. Отже, в нас перше питання – відео. Будь ласка. У 2014 році видали понад 200 дозволів на розміщення кіосків для програми «Купуй Запорізьке». Та зрештою на цих місцях відкрилася мережа з продажу м'ясних виробів, що прямо руйнує концепцію малого бізнесу. Як так сталося? Як уникнути таких ситуацій? Пані Ірина, отже, да. Вам відповідь 3 хвилини максимум. Як так сталося? На самом деле, я об этом уже много писала и говорила, и очень рада, что мне задали этот вопрос. У меня есть возможность еще раз об этом сказать. На самом деле, программа была точно направлена на развитие местного товаропроизводителя. И у нас была договоренность и с тогдашним губернатором, и с тогдашним мэром, что эти места будут даваться только местным товаропроизводителям. Но, если напомню, это время было, когда у нас в городе правил смотрящий. Я помню это время, когда у нас в городе был прокурор Акрытов, который стал руководителем департамента архитектуры, по которому сегодня есть уголовные дела. И вместе с властью они начали выдавать разрешения
предприятиям, которые вообще не имеют отношения никакого к местным товаропроизводителям. В частности, больше всего таких МАФов было выдано Салтовскому мясокомбинату, угу. который никакого отношения к Запорожью не имеет. Это харьковские колбасы. И они назвались бердянскими колбасами, узнав про нашу программу и имея небольшой цех в Бердянске, они назвались бердянскими колбасами, и салтовские колбасы харьковского мясозавода стали продаваться у нас по городу. А кто... поменял на самом... цю програму, може, з прізвищами, будь ласка. Я вже назвала СІН, Акритов і прокуратура, тогдашня прокуратура міста Запорожжя. А прокуратура в обличчі кого? То... Ну, я не можу сказати в обличчі, тому що, ну, якщо говорити про обличчя, то це, мабуть, Роман Мазурик. Потому что он тогда был городским прокурором. Uh-huh. Но я не думаю, что именно он решал эти вопросы. Решал вопросы формально, ответственный за все это был руководитель департамента архитектуры городского совета. Фамилия его Акритов, uh-huh. и он выдавал разрешение всем, кому хотел. Да, але ж це було вже 2015 рік, після смотрящего, якого затримали, здається, у 2013 році, наприкінці. Так, як це все співвідноситься? Ну, ви ж розумієте, що некоторые люди, не хочу называть фамилии, они сегодня во власти. Ну, можете назвать на справде, так, якщо... Ну, не очень хочу, потому что на самом деле связи многие остались. Вы знаете прекрасно, что тоже Анголенко, например, напрямую нет сегодня здесь Анисимова, но угу. его бизнес там прекрасно работает, как и работают, скажем, арендованные им на 49 лет помещения во всех наших больницах городских и так далее. То есть на самом деле все те связи, они во многом остались, просто називаються другими фамиліями. Зрозуміло, дякую. Я для глядачів уточню, що Анісимов – це є та сама людина, яку пані Ірина називає смотрящим бізнесмен, який мав таке от назву серед людей. Так, а на якому етапі, добре, це змінили програму, саме що вона стала так, тим, чим я зараз? Перше ж рішення ісполкома у видачі примерно 100 мест, то есть половина из всех тех мест, которые были обещаны для товаропроизводителей, из них 70 было отдано бердянским колбасам, Салтовскому мясокомбинату и их партнерам. Зрозуміло? Да, дякую. Отже, у нас друге відеозапитання, будь ласка. Після інвентаризації заступник міського голови Сергій Мішок заявляв, що фактична кількість кіосків в місті близько 2,5 тисяч, однак оформлені документи лише для 1 900. Водночас після не було масового демонтажу МАФів, лише поодинокі випадки. З чим це пов'язано? Пані Ірино, питання знову таки вам. З чим це пов'язано і чому така от ситуація зі знесенням незаконних кіосків? Вы знаете, вот в прошлом году мы даже создали такую рабочую группу при облгосадминистрации, потому что город не хотел категорически заниматься этими вопросами. Они вот говорят, что они будут сносить, но на самом деле мы приглашали в эту группу и представителей городской власти, и руководителя соответствующего коммунального предприятия, которое занимается вот этой урбанистикой, всеми этими благоустройствами и так далее. И мы посчитали по одному из районов, Александровскому, из 244 киосков 120 с лишним были незаконными. То есть вот можете себе представить картинку, да, примерно. И мы, естественно, задавали вопросы, что мешает вам бороться с вот такой незаконной торговлей. Нам отвечали, что да, есть такое решение городского совета про демонтаж, но оно нарушает право собственности, и мы на самом деле не имеем права этого делать, хотя как бы примеры других городов Киева, Днепропетровска показывают, что все-таки это делается, но на сегодняшний день фактически есть такие бизнесы, которые не имеют никаких разрешений, плевать они на все хотели, они просто находятся и все. И с кем-то они договариваются, кто-то просто не хочет с ними связываться. И таким образом я вам сказала, что из 4000 киосков только 2500 примерно законных. Уточню, если выявится, что 2500
тисячі кіоск, скільки ваші, тисячі, незаконні. На вашу думку, окей, навіть я заплутався так в цих цифрах, незаконні кіоски, на вашу думку, варто знести просто без обговорень? Приїхав комунальні служби, їх знесли і ви на штрафмайданчик якийсь відправили? Конечно, не без обговорень. Ага. Для этого у нас существует исполком городского совета, на котором должны обсуждаться эти вопросы с приглашением собственников, с предупреждениями, с приглашением и выслушать человека. А что случилось? А может, он лежит в больнице, у него такие обстоятельства, он закрыл свой киоск, и, например, у него нет сейчас возможности продлить, и ему продлят этот срок там, или еще что-то, или он очень мешает городу в данном месте, и тогда его пригласят и предложат ему другое место. То есть это все должно обсуждаться. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитро, питання вам. Чи варто зносити кіоски, на вашу думку? І чи обговорювати це, чи без, якщо незаконно приїхали і знесли? Я полностью согласен с пани Ириной. Будем говорить, начнем от последнего, да, от того, что все-таки у власти, у бизнеса должно быть человеческое лицо. Ситуации, конечно, бывают разные, и нужно знать человеческую историю, которая за каждым бизнесом, собственно говоря, за каждым киоском. Поэтому, безусловно, желательно, как пани Ирина сказала, да, обговаривать, выяснять, приглашать собственника и не сносить их без предупреждения. Все-таки, если уже будем говорить, город допустил эту ситуацию, то то, что эти киоски уже стоят, это в такой же степени вина города, скажем так. Раз оно уже допущено, они же невидимые эти киоски, все их видели, соответственно, собственно говоря, значит, и убирать их нужно тоже, будем говорить, цивилизованно, с приглашением собственника. Это раз. Второй тезис. Насмотревшись на ваши картинки, я, конечно, понял, что нужно убирать намного больше киосков, потому что эстетика просто ужасная. Да, просто жуть. Второе. Вот такая тема, будем, как МАФов, она обнажила ряд других проблем. Вот мы начинали с МАФа, да, закончили прокуратурой и колбасой. Да, вот. Это очень серьезная тема. На самом деле, в каком контексте? Понимаете? Будучи лидера мнения, будем говорить так, деловой громады, да, украинской за рубежом, ко мне часто обращаются по каким-либо вопросам. Вот. И часто украинцы спрашивают, а почему же нас вот европейцы, вот в данном случае испанцы, вот французы, вот будем, возможно, Европа очень разная, не будем всех под одну гребенку, разумеется, у немцев намного больше опыта ведения бизнеса с нами. А вот если брать вот эти страны, которые на краю материка, да, они спрашивают, а вот почему они не инвестируют? Почему? Говорю, да потому что они вас не понимают. И почему я об этом вспомнил? Внимание, вопрос. Каким образом, если киоски, если была такая замечательная программа, да, по поддержке отечественного производителя, как же так вышло, что половина из этих киосков оказались не имеют никакого отношения к этой программе? Вот поэтому я говорю, что, друзья мои, нас иностранцы не понимают. Если вы хотите быть понятным иностранцам с точки зрения ведения бизнеса, делайте то, что вы оглашаете. По той причине, что мы говорим, мы развиваем бизнес, мы его по факту губим. Да? Мы говорим, например, что мы уделяем внимание экологии, на самом деле мы ей не уделяем. Понимаете? Нам нужно быть последовательным. Вот в данном случае, почему я об этом вспомнил, по той причине, что вот эта программа, к сожалению, это факт вопиющей непоследовательности, факт о том, как программы пишутся. Я не знаю, с какой целью, а вот зачем их писать, если люди не собираются притворять эту программу в действие. Зрозуміло. А питання уточнююче. Кіоски в Барселоні, в Іспанії, вони ж колись були, напевно. Да? Як це вирішили це питання, щоб їх прибрати з вулиць міста? В данном случае, да, что касается джентрификации, мы уже, в принципе, большой кусок программы прошли. Возможно, Ирина не так поняла. Но первый тезис, конечно, любой человек, который идет в бизнес, он обречен на то, чтобы иметь дело с властью. Поэтому, если даже люди открывают киосок, они в любом случае с властью каким-то образом им координируют или пересекаются, это раз. А в данном случае в Барселоне была замечательная программа джентрификации. Джентрификация – это тема, когда в район, будем говорить, впускается новое дыхание, второе дыхание. В данном случае вот это было в районе Борна, то есть людям, бизнесу были предоставлены льготные кредиты, льготные условия зайти в район, который деградировал, в районе, где была преступность. Предпочтение было отдано бизнесу гастрономическому, тому, что непосредственно производилось в Барселоне, допустим, это бижутерия, обувь. И таким образом вот за 20 лет программы, но коренное отличие, в данном случае, что программа, она выполнялась. И таким образом за 20 лет
кардинально поменялось лицо этого района, оно стало наоборот модным. Вот там как раз вот почему я сказал, что вот там властный малый бизнес, он поверил, что если они откроют там, они инвестировали в свои дома, в свой район. Таким образом, они улучшили ценность этого района в принципе, понимаете, вот вложив туда, когда эта программа только начиналась, допустим, 100 тысяч, сейчас там, наверное, ничего уже не купите за миллион. Вот так получилось. Вот так грамотная городская программа помогла исправить вообще судьбу целого района города. Я уточню, тобто інвестували саме в капітальне будівництво. Совершенно верно, да. І по таким чином поступово замінили. Да. І фактично процес заміни йшов 20 років. Не, 20 лет шла полная трансформация всего района. Вот если, например, я живу там, к сожалению, не все 20 лет, да, то есть последние, допустим, 5 лет. Но вот люди, которые, когда приходится встречать иностранные делегации, приезжающие, которые были здесь раньше, они просто не могут узнать этот район. Вот о чем говорю. Трансформация вся, будем говорить, от нуля, от точки минус, будем говорить, от неблагополучного района до районов, в которые ты сейчас попадешь, ты ни за что не скажешь, что там торговали на улицах наркотиками, понимаете. Вот 20 лет, безусловно, да, но это было улучшено и капитальное строительство в том числе. То есть они, опять-таки, просмотрели архивы, как эти здания выглядели. Возможно, конечно, где-то убирались кондиционеры, которые пользуют, которые, точнее, псуют, портят внешний вид, убирались какие-то временные конструкции на окнах. Ну, этим должен заниматься архитектурный комитет, конечно. Ми питання до обох учасників. Чи варто розглядати саме заміну кіосків розміщенням цих торгових точок на перших поверхах будинків? Наскільки це законно, нормативно, правильно? І наскільки це логічно з точки зору бізнесу, з точки зору архітектури? Будь ласка, пані Ірино, розпочнемо з вас. 3 хвилини. Максимум. На самом деле это естественно, и так будет. Мы точно никуда от этого не уйдем, и это и красиво, и правильно, но стоимость недвижимости на первых этажах в разы превышает стоимость временной конструкции. Поэтому бизнес не потянет покупку недвижимости. Что касается аренды. Аренда – это деньги, которые тоже не дешевые, и у нас немало стоит аренда на первых этажах, и поэтому это деньги выброшенные, так считает бизнес. То есть у нас менталитет у бизнеса такой: я хочу купить свое, я не хочу выбрасывать деньги в никуда. Арендовать коммунальные помещения нет смысла. Все хорошие уже разокрали или разобрали, их нет. Что касается бизнеса, то их надо покупать или арендовать за большие деньги. Именно поэтому временные сооружения – это тот простой выход, который напрашивается сам собой. Ну, уже у нас в бизнес-союзе есть те предприниматели, которые перед этим 10-15 лет занимались киосками, на сегодня они уже уходят с этого бизнеса, и на сегодняшний день цена недвижимости стала меньше, и они потихоньку покупают недвижимость на первых этажах. И второй вариант, напомню фотографии из Лондона, это вот такая передвижная торговля, или уличная торговля в специальных отведенных для этого местах, которые действительно красивые, симпатичные. Вот они сегодня приехали, они постояли и они уехали. И это и красиво, и в то же время это твое, твоя машина, ты ее оборудовал, приготовил какую-то уникальную вкусную еду и приехал. Ну, а вы по попередньому блоці говорили, що там кіоски, якщо одні знести незаконні, інші будуть уже думати, чи інвестувати в кіоски, чи ні. Тобто, водночас, ви самі не розглядаєте лише одні кіоски, замінити іншими, законними. Поправте, якщо я не правий. Ні, я говорила ще й другое, о том, що якщо буде чітка стратегія і відповідна міська програма, яка чітко скаже о том, що давайте ми з вами вместе сядем, договоримося і определимо срок, в течение которого кіосків не буде. Но только давайте мы четко скажем, сколько вам дать времени. Год, 5, 10. Сколько, на вашу думку, цей термин потребно затратить? Я думаю, 5 лет – это срок, как раз срок, на который разрабатывается стратегия. И было бы классно, тогда бы через 5 лет увидели бы результат. И это тот срок, за который, в принципе, те имеющиеся уже киоски можно отбить, так сказать, а новые не строить. І нові перенести саме на перші поверхи будинків, чи... Не перенести, це різний бізнес. Ну, відкрити. Це різний бізнес. Ну, одно діло бізнес в кіоскі, друге діло якась рознічна торговля в магазині. Да, дякую. Дмитре, будь ласка, вам чи варто розглядати правильно це...
розміщення торгових точок саме на перших поверхах будинків. Як це з архітектурної точки зору, з урбаністики? Я вважаю, що, безусловно, це правильно, тож, як я согласен з пані Ріною, це безальтернативне будущее, это позволит сохранить, причем еще, да, обязательным условием должно быть сохранение внешнего вида этого дома, по той причине, что, например, если это дом, какая-то архитектурная памятка, да и вообще, в принципе, понимаете, это благо, что так складывается, что украинские города развиваются медленно, если честно, да, по той причине, что вот, например, если брать европейские города, как, например, в Барселоне и в Лондоне, вот в крупных туристических городах, там уже даже идет, там уже следующая волна, там люди уже отстаивают о том, чтобы сохранились какие-то магазины или торговые точки, которые были там испокон веков, понимаете, вот люди хотят, чтобы город не потерял своей аутентичности. В каком плане? Что, например, если люди всегда здесь покупали какие-нибудь замечательные сыры, которые привозили из соседней деревни, да, а сейчас туда заходит Зара по той причине, что у них, я надеюсь, что в Испании нас не смотрят, да, я упомянул марку, я обычно стараюсь этого не делать. Туда заходят какие-то крупные бренды, да, в данном случае города теряют свою привлекательность, и в этом как раз и проблема, потому что сейчас они приезжают в этот отдельный город, потому что они хотят увидеть привлекательность этого города, но в результате этой глобализации, из-за того, что уходит, это сырная лавка, это эти продукты, которые всегда продавались испокон веков там, понимаете, город теряет в этом, и поэтому есть определенные программы, которые строго следят за тем, чтобы город не терял своей аутентичности даже, вот помогают малому бизнесу выжить, так как малый бизнес является вот характерной чертой этих районов. Это, об этом очень важно. Давайте учиться у Европы. Может быть, у нас пока еще не так выражено, но есть чему поучиться. Есть чему поучиться также, что стратегия, конечно, развития города должна строиться не на 5 лет. Стратегия должна быть 20-летняя, понимаете, по той причине, что 5 лет — это вообще ничего. Даже для малого бизнеса ты только пока запустился, у тебя год-два уйдет только на того, чтобы какие-то связи наладить. То есть стратегия развития города должна быть минимум 20 лет. Понимаете, потому что вот так оно везде в мире и в Европе, по крайней мере, делается, да. И еще фразу пани Ирины, мне очень все-таки она понравилась, поэтому я сделаю на нее акцент, что вот когда все-таки пани Ирина сказала о передвижных киосках, она сказала, в местах, где дозволяются, они приезжают. Вот поэтому так все-таки не должно быть, чтобы вот эти малые архитектурные формы появлялись там, где их не должно быть. Все-таки все должно быть продумано. Зрозуміло, дякую. І уточнення в мене невелике. В наявність, скажімо так, будівництво нових невеликих супермаркетів, да, там нас там в мережі нараховують таких сотні по кожному місту. Це саме заміна, альтернатива адекватна кіоскам, чи все ж таки це також, ну, занадто, коли там ледь не в кожному мікрорайоні, там поки в маленькому житловому комплексі будується свій невеликий супермаркет. Це, на ваш погляд, правильно чи неправильно? І це для архитектуры непогано. Все-таки обращаю внимание, опять, что мы живем уже в 21 веке. Те, кто строит эти супермаркеты, те, кто строит эти торговые центры, они вообще смотрят статистику? Я спрашиваю, а смотрят ли они статистику, что розничная торговля отмирает? Вы понимаете, что все покупают в интернете, тем более мы в Украине имеем такую гремучую смесь, что мы и умные, и небогатые. Поэтому люди сейчас массово покупают через интернет, массово закрываются уже гипермаркеты, массово закрываются супермаркеты в Европе, в Америке вообще кошмар. Поэтому крупному бизнесу, который их открывает, им нужно подумать, какую дополнительную ценность они несут обществу. Ибо это инвестиция вот в никуда. Вот я хочу, вот те, которые вырубали парк, да, посчитали ли они вообще покупательную способность, проанализировали, сколько ли люди покупают. Спасибо за вопрос. А так це шкодить архітектурі чи ні? Якщо я даже поставил бы вопрос, насколько это целесообразно, по той причине, что у меня тоже частная компания. Я спрашиваю, я думаю, что это нецелесообразно в современных условиях, в том, что мы имеем сейчас. Розничная торговля, к сожалению, теряет свою, ладно, зрозуміло, свою типичный вид. Да. Дякую учасникам за відповіді і час підбивати підсумки. Підбиваємо підсумки. Будь ласка, пані Ірино, можливо, з чим ви згодні з словами свого опонента, з чим не згодні, та і, можливо, щось не встигли сказати. Ваша позиція – хвилина максимум. У мене точно був дуже приємний опонент. Я согласна зі многим із того, що він говорив. Різниця фактично тільки в тому, що то, о чем он говорит, немножко пока не ко времени. Но это не значит, что об этом не надо думать и говорить.
И какой я вывод для себя сделала, и думаю, что надо будет все-таки довести эту мысль до городской власти, что до тех пор, пока они не начнут звать бизнес для решения важных вопросов, не только касающихся непосредственно бизнеса, но и важных городских вопросов, не будут звать людей, науковцев, там, архитекторов и всех, вот, все целевые группы, не будет расти доверие. Да, і не буде мінятися в лицо города. Зрозуміло. Дякую. Пане Дмитре, вам хвилина. З чим ви згодні з аргументами пані Ірини, з чим не згодні? Да? І зрештою, можливо, де компроміс наявності кіосків? Мені теж, я виражу свою симпатію опоненту. Безусловно, я отлично розумію позицію пані Ірини. Безусловно, нужно ставити інтересу людей. А, собственно говоря, пані Ірина даже предвосхитила немножко то, что, собственно говоря, в рамках моего проекта, когда я, что я сейчас инициирую здесь, я запустил инициативу, которая называется «Вечер идей». Собственно говоря, вот «Вечер идей», да, где мы собираем разновозрастные, где я, собственно говоря, собираю разновозрастные группы разных слоев по той причине, что вот как раз, да, мы, я думаю, на такой хорошей ноте закончим, что город, он для всех разный. Город разный для пенсионера, для миллионера, для спортсмена, для айтишника. У всех разные нужды, что касается развития бизнеса, что касается саморазвития. И поэтому как можно задействовать как можно больше разных категорий людей, вот тогда мы сможем достичь гармоничного общества, тогда у нас не будет того, что интересы будут ущемляться, интересы какой-то определенной группы. Вот, поэтому там я получил, спасибо, да, я получил удовольствие от общения. Дякую. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні ми обговорювали тему: кіоски – це розвиток малого бізнесу і сфери послуг, чи ж все ж таки поплюження обліку і архітектури міста. Я сподіваюся, що аргументи наших учасників допомогли вам сформувати свою думку, а я з вами прощаюсь до наступних зустрічей.